О том, что центральный коллектор микрорайона не промывался и полноценно не обслуживался годами, жители КСМа пожаловались главе города на сходе граждан. Приступить к работам мэр поручил до начала сезона дождей. На сегодняшний день грязи в ливневке скопилось в человеческий рост, из-за чего дождевой воде и некуда деваться. Во время ливня затопления не избежать. Вся вот эта масса воды, когда поднимается, то есть она затапливает первые этажи, соответственно, заходит в дома, в школу заходит вода, фактически наносит ущерб. Поэтому было принято решение по указанию главы, обследовали с водостоком, и с сегодняшнего дня начинается это производство. Работа действительно большая, колоссальная. На ближайший год фактически мы этот коллектор очистим. А там дальше уже будем принимать решение, чтобы раз в год производить зачистку этого коллектора. 300-метровый коллектор – это открытый трубопровод. По желанию жителей КСМ его закрыть, чтобы на этом месте создать прогулочную зону. Это достаточно серьезная вещь для нашего микрорайона и для нормального проживания в микрорайоне. Поэтому мы акцентируем на нем внимание в связи с тем, что сейчас опять будут дожди. И хотелось бы, чтобы комфортное проживание в микрорайоне продолжалось. Но в основном жители просто бьют тревогу, говорят о том, что есть проблемы, ее надо решать, и нас устраивает. Слышали сейчас, и вот занимаются этой проблемой. Все работы по прочистке коллектора в микрорайоне КСМ завершат в течение следующей недели.